Кстати, извини, я не выполнил свое обещание. Какое твое обещание? Мы с тобой договорились в 17:11. Я сделал все, что нужно, но это тянул до 17:12. Дань, ты понимаешь, что видишь? Взгляд прозрачный. Но больше тебя не хватает? Я бы не в себе проблему искал. А в ком? Тебе. А почему во мне? Команда напротив нас! Такой же самый, как и мой. Я разницы сейчас не чувствую в работе с ним. В раскладывании, да, но это минутное дело. Приветствую. Мы с Ньюкаслом. Там нужен президент 100%, они же неадекватны. Пожалуйста, Андрей. Даша, у тебя есть на телефоне хорошая музыка? Хорошей нет или вообще нет? Вообще нет. Жаль. Да ладно. Я не специально. Ну а что, если бы я отошел, бы оно в камеру попало? Не, ну типа, не в камеру летело. Потому что оно в цвет или где-то так. Да, да, оп! Пошел! Меня тоже. Да, 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 да
Сохраните мяч, сохраните его. Рука, рука. Давайте покатаем. Привет, Сгорелый, наверное, наоборот. Хуже. Хорошо, все будет. Я думаю, второй тебе не подойдет. Борода, дай же шанс. Зачем так долго держать? Жесты. Вообще не понимаю. Браво! Сейчас тут два арбитра будет в кадре. Ты же смотришь потом эти видео? Есть команды, которые смотрят каждый раз и рассказывают операторам. Ничего себе. Так а вы обязаны комментировать или нет? Нет, но мы должны молчать. Так потом же можно вырезать звук. Ну, а для того, чтобы потом отрендерить, это надо... Час, два. У нас 10 матчей за день, допустим. А, ну да. 10 матчей? 10 часов. 10 часов. На каждую минуту надо 3 минуты тратить. У тебя ком слабый. А что, не выдает Mac Pro? Нет, конечно. Нет. Надо поговорить. Тут, короче, недоработка. Я бы не отказался на Mac Pro. Операторы жалуются на условия работы. Говорят, не хватает макбука. Один на вратаря. Последний. Прошу. Нет, я говорил про iMac, а не про макбук. Макбук это не то. Я потом сразу думаю, что я уже все. Я не могу. С 8:45 здесь это просто. Все, давай. Давай. Счастливо. Уже написал? Нет. Вот.
Что такая грустная? Ты себе вкусняшек не купила? Не, я... На, кидай! А как ты не так? А что тебе не так с голосом? Спасибо, Витя. Так не, ну серьезно, я не заметил разницы, честно. Сравню, когда с этот, когда все станет нормально. Дима, ну не четверых! Куда? Он Нет. К сожалению, нет. Вить, не можешь за МЮ стоять на постоянке? Я ж снимаю, как я. Че так дешево? Это премия. Скорее всего, слышит. Да красный! Утечка. Я вижу. Не надо. Центр! Вытолкни его! Нет, дальше, дальше, дальше!
дает момент. Смотри, смотри. Пяточкой в центр, пяточкой в центр. Серьезно? Да. За ближнего своего волну. Спасибо. Чукса? Но. Теперь смотри, снимай. Не
не идите туда, набегание по подаче. Вроде вам быстрее. Набирайте! Запускай, запускай! Хорошо! Ты кричишь, набирайте, а он отдает. Внимательно! Борода, ты устал менять? Да, по-моему, ему просто поменяться. Шире есть, шире есть. Я очень хочу в центре поиграть. Хорошо. Хорошо. Выходи. Выходи, Никита, давай. Борис! Да пес, ты лев или кто? Ты кобратив должен быть. Цензура, накинешь, не набережаю. Черный квадратик вставлю. Черный квадратик вставлю так. Они переодеваются. Право, Коль. Давай, давай, давай. Молодец. Сейчас даже свечи на хорошем. Харченко Паш. Никит, ты в центре играешь и на фланге Беста. За мячом. Они мяч выбили. Нет, этот мяч, этот мяч не подходит. Верни назад, извини. Ты же его качал, нет? Назад, пацаны, назад! Наконец-то! Ему ж плохо стало. Бэс, все нормально. Замена нужна?
смотри, он уже не соображает. Настя, ударил, молодец. Хорош, хорош, молодец, умник. Я в нее ем. Забьешь, тогда поменяй.